Привет всем! Продолжаем нашу рубрику «Толковый словарь буддизма». И сегодня мы поговорим про три драгоценности, они же три сокровища, они же три ратна. Три драгоценности еще иногда называют символом веры буддистов. У меня смешанное отношение к этому термину. С одной стороны, это вообще не люблю параллели между буддизмом и всякими другими религиями. Я считаю, что это только все сильнее запутывает. Но с другой стороны, да, если говорить о том, к чему ближе находится три ратна, то да, скорее к символу веры. Итак, что такое три драгоценности, три ратна? Когда мы принимаем прибежище, то есть высказываем свое пожелание следовать пути буддизма, мы принимаем прибежище в трех драгоценностях. Мы принимаем прибежище в Будде, в Дхарме и в Сангхе. Это и есть три драгоценности. Давайте поговорим о том, что же это все значит. Ну, я думаю, принятие прибежища в Будде наиболее понятно, потому что все знают, кто такой Будда. Ну да, Будда — это, во-первых, Будда Шакьямуни, который является нашим учителем, и, соответственно, когда мы говорим, что принимаем прибежище в Будде, это означает, что мы следуем по пути Будды, шаг в шаг, след в след. Но в то же самое время, если мы говорим, например, про буддизм Махаяны, то Будда не один, Будд много, и принимая прибежище в Будде, мы принимаем прибежище в Буддах, во всех Буддах, которые существуют, мы обязуемся их почитать и слушаться их учения. Но в то же самое время, например, как мне объясняли мои знакомые дзенские монахи, принятие прибежища в Будде — это еще и как бы расписывание в том, что ты сам веришь в то, что ты можешь стать Буддой, потому что Будда — это просветленное существо. Дальше. Дальше у нас идет дхарма. И дхарма — это учение или, может, более широко закон, по которому все существует, по которому существует Вселенная. Физическое воплощение дхармы — это, конечно, сутры, которые мы читаем, которые являются словами Будды, Шакьямуни, ну и всяких других просветленных существ, опять же. Какие это именно сутры? Это зависит от школы, к которой вы принадлежите, потому что в разных школах почитаются разные сутры. Это практически всегда Палийский канон, Трипитака, но помимо него это может быть, например, Лотосовая сутра в Ничирен, ну и всякое другое. Также иногда дхарма понимается более широко, как учение, в общем, и также, ну скажем так, некий массив информации, который ты обязуешься выучить, потреблять и понять. В общем, опять же, это тоже можно понимать более широко. И, наконец, сангха. Вот сангха и все куда интереснее. Это вообще мой любимый момент. Потому что, с одной стороны, принятие прибежища в сангхе может означать почитание монахов и монахинь, потому что изначальный термин сангха относился именно к сообществу тех, кто принял постриг. То есть, если ты не являешься членом вот этого вот сообщества, если ты не монах и не монахиня, то, принимая прибежище в сангхе, ты как бы обязуешься поддерживать вот это сообщество. С другой стороны, сейчас в большинстве там существующих буддийских учений, существующих буддийских школ, сангха понимается более широко, она включает в себя и мирян тоже. И, соответственно, когда ты принимаешь прибежище в сангхе, держа это в голове, ты обязуешься быть частью вот этого сообщества, поддерживать его, следовать его правилам и, соответственно, принимать помощь от всего сообщества. Но есть еще один шаг. Можно сангху понимать как всех живых существ, во благо которых ты обязуешься работать и просветлять их, помогать им на их пути к буддизму. Неважно, приняли ли они буддизм уже, или они только находятся на этом пути, или они даже на этот путь еще не вступили, но они все равно как бы сангха.
Это мнение очень, вот это понятие сангхи очень популярно у, например, ну, так называемых западных буддистов, то есть буддистов Америки, Европы и так далее. Что дает вот это представление о принятии прибежища в трех драгоценностях? Ну, для меня лично, и я думаю, для очень многих буддистов, это и обязательство поддерживать вот эти три драгоценности, верить, почитать их, и в то же самое время возможность получить от них помощь, опираться на дхарму, получать защиту Будд, получать поддержку сангхи. И мне кажется, что оно просто обязано работать в две стороны. То есть, принимая прибежище, вы обретаете очень-очень много друзей, мир для вас становится значительно более благоприятным и дружелюбным. По крайней мере, я это воспринимаю именно так. Ну что ж, всех, кто является буддистом или изучает буддизм, я, как всегда, призываю комментировать внизу, как вы понимаете три драгоценности. Давайте строить конструктивную дискуссию. Ну что ж, на этом все на сегодня. Пока-пока!